Боксер против ротвейлера. Кто победит? Боксер. Немецкий боксер – это крупная коренастая собака родом из Германии, обладающая весом в 35 кг при росте 65 см. Изначально боксеры использовались в качестве охотников на таких гигантов, как кабан, медведь и олень. Немецкие боксеры ловкие, гибкие, с хорошей реакцией. У боксера есть все качества, присущие бойцу, однако мускулатура и челюсть у них все же не так хорошо развита. Но все же на общемировом уровне немецкие боксеры считаются одной из самых сильных и выносливых пород. И эти характеристики отражены в их внешнем виде, ведь их внешность воплощает собой силу и мощь. Ротвейлер. Собаки этой породы обладают крупным мускулистым телосложением, с широкой грудью и крепкими лапами. Если его вывести из себя, то он может быть очень свирепым и безжалостным противником. Конечно, все зависит от конкретной ситуации. Также ротвейлер, в отличие от многих соперников, отличается достаточно развитым интеллектом. Учитывая то, что в ротвейлере течет кровь бойцов, он очень активный, и ему нужны постоянные физические нагрузки. Характер ротвейлера сильный и независимый, и он не воспринимает агрессию в свою сторону ни в каком ее проявлении. В общих чертах ротвейлеры – это мужественные, мощные и уверенные в себе собаки с достаточно мощной и крепкой силой укуса. Рост ротвейлера – 70 см, вес – 60 кг. Итак, сравнив и изучив характеристики наших сегодняшних соперников, я пришел к следующему выводу. Немецкий боксер превосходит ротвейлера в следующем. Он активнее, ловче, гибче и выносливее. Ротвейлер, в свою очередь, превосходит немецкого боксера в следующем. Он выше, массивнее, агрессивнее, сильнее, опытнее в бою. Сильнее сила укуса, а также ротвейлер умнее. И исходя из всего вышесказанного, могу с уверенностью сказать, в этом поединке с вероятностью 80% победу одержит ротвейлер.